Ульянов Даниил. На конкурс «Дети читают стихи». Стихотворение Сергея Есенина. Песнь о собаке. Утром в ржаном закуте, где злотятся рогожи в ряд, семерых ощенила сука, рыжих семерых щенят. До вечера она их ласкала, причесывая языком, и струился снежок под талой, под теплым ее животом. А вечером, когда куры обсиживают шесток, вышел хозяин хмурый, семерых всех поклал в мешок. По сугробам она бежала, поспевая за ним бежать, и так долго, долго дрожала, воды не замерзшей гладь. Она чуть лилась обратно, слизывая пот с боков, показался ей месяц над хатой, один из ее щенков. В синюю высь звонко глядела она скуля, а месяц скользил тонкий и скрылся за холм в полях. И глухо, как от подачки, когда бросят ей камень в смех, покатились глаза собачьи золотыми звездами в снег.